Так, друзья, ну что ж, всем привет, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня у нас будет обзорчик, значит, по SnowRunner. Так, будет у нас тут приватный мод YAS-214 для SnowRunner. Значит, давайте зачитаю. Характеристики ничего не заменяет. Тестировался на игре SnowRunner. Есть анимация руля, кабины, подвески, рамы, карданов, педали газа, аддонов, брызговиков. Есть несколько аддонов. Проходимость высокая. Может возить несколько видов грузов. Так, мультиплееры достижений не проверял. Значит, модель и текстуры Сергей Бочаров. Аддоны Сергей Бочаров. Колеса Сергей Бочаров. Звук Рони. Мод сделал Рони. Авторские права на модель принадлежат их авторам. Распространение по интернету строго запрещено. Для постоянных клиентов есть скидки, ребята. Значит, ссылочка на автора будет в описании под видео на Романа. Я думаю, там они с Серегой уже стыкуются. Приватный мод для SnowRunner. Значит, по поводу приобретения пишите Роману. Все это будет через сайт вот этот с модами, как он там называется, точно не помню, mod.io, значит, через подписочку, я так понимаю, можно будет приобретать. Также узнавайте у Романа, у Сереги по поводу ценника и всего остального, как все это приобрести, как все это сделать и так далее. Значит, Роман мне ссылочку кинул, я подписался на него уже через мастерскую эту mod.io, да, и сейчас мы его посмотрим сразу. Давайте магазин грузовиков поглядим, где он тут есть, приобретем, сколько он стоит, что там есть, чего там нет, покатаем, поглядим. Так, есть, смотрите, превьюшечка, стоимость 1000 рублей. Ну, маловато, конечно, но а с другой стороны, у кого денег нет, поэтому вообще классно. С одной стороны, да. Так, давайте приобретаем YAS-214, превьюшечка. Хотя написано КРАС тут почему-то, не понимаю, почему. YAS, КРАС, как-то так. YAS и КРАС. Так, 1000 рублей, приобретаем его в магазине. Вот он у нас появляется, значит. Так, я даже не знаю. Может быть, джойстик все-таки взять, запустить. Джойстиком как-то поудобнее, чем на клаве, да? Так, о, все, вроде кажется, должно, по идее, заработать. Ага, да, все, заработало. Упс. Только забыл, что куда крутить, вертеть. Так, ну вот он у нас такой. Значит, движение. А, ну движение. Ну, так. Переходим, ребята, в тюнинг. Значит, у нас тут все прописано, значит, двигатель YAS-206 стоит. Можно приобрести, так, это 165 лошадей. Все тут с описанием, все как положено, ребята. Все классно, парни сделали, так. И второй движок у нас 1000 рублей стоит, да? 205 лошадей. Давайте возьмем вот этот за 205. Так, по коробочке. Коробочка одна. Все прописано, пятиступка, рядная, все, число передач, передаточное число, все есть. Так, подвеска. Подвеска у нас покрыта, серийная, не знаю почему, использовали шины, не подходят. Ага, есть какие-то еще другой вариант шин, походу, чтобы подвесочку поменять. Но у меня что-то тут пока закрыто. Так, и покрышки вездеходные тоже у меня закрыты. Надо установить соответствующую подвеску. То есть, как бы, что-то тут для колес надо, короче, подвеску. Для подвески надо колеса. Пока у меня нет такой возможности, поэтому не знаю. Так, лебедочку давайте возьмем за 15 тысяч подороже, которая. Так, запасочка. Значит, вот такие два запасных колеса. Смотрите, все описание есть. Деталь для ремонта 150 очков. Так, а нам он надо или не надо, интересно. Запаски, ну, давайте поставим, может быть, придется снять там с каким-то модулем, нет? Нет, смотрите, так, есть у нас, ребята, бортовая платформа. Ага, даже можно покрутить, вот оно как.
Выглядит клево. Так. Оп, стоп. Так. Так, давайте дальше. Так, топливный бак на 800 литров. Вот такой есть. Так. Кунг. Обалденный. Кунг. Вахта, леспромхоз. Немножко, ребят, затянул. С обзорчиком был занят. Работа, дела, огород, туда-сюда, короче, ну все, как-то все, и как было по времени. Значит так, вот такая вахтовка есть, давайте тоже, платформа лесовоза, так у нас, детали, так, а вахтовка у нас дает детали ремонта 1200, так, платформа лесовоза 500 очей. И я так понимаю, еще присутствует распуск. Ведро, смотрите, наверное, 100% с анимацией. Все это должно быть тут. Это. Так. Есть. Так. Низкое седло. Значит, присутствует у нас низкое седло. Детали для ремонта. 500 очков. Такая. Такой свой аддончик. Так, низкое седло второго варианта, значит, детали 300 ремонтных очков, бочка стоит топливная на 200 литров есть. Так, тент у нас, не знаю, он, наверное, просто так, топливный бак, я так понимаю, ничего не перевозит, наверное, бортовой платформой можно что-то перевозить, да, и, наверное, без сцепка. Там цепляются, возможно, прицепы. Сейчас мы это все поглядим. Так. И платформа с кислородом. Детали ремонта. 1000 очков. Ага. Ага. Тоже есть, да? Так, ладно, давайте. Разное. Так, боковины, значит, можно поставить. Канистры. И складские маячки. Давайте ставим. Все ставим. Так, есть у нас. Ага, по дискам. Диски. Там по колесам. Так. По покраске, значит, у нас ничего тут больше нет. В одном цвете он у нас. Покинуть гараж, да? Или как? Я ж ничего не взял, да? Давайте. Мне интересно, модуль кислородный вот этот, где он? Вот мы его поставим. Там была анимация классная, да? Вот так это все выглядит. Так, анимация. Я не помню. Так, заводим свой звук, ребят, у него, конечно. Но вот есть небольшая проблемка. Я не знаю, я уже даже Роману отписывал и перегрузил этот мод. Значит, ну что-то у меня вот проблема. Смотрите, зеркала, да? Не зеркала, одно зеркало, да? Значит, одно зеркало вот у меня, видите, ни хрена не это, не работает из салона почему-то. Вот, и проблема стрелки, видите, со стрелками беда. Просвечивают они через руль, значит, через руки. Не знаю, я думаю, что, возможно, Роман все поправит. Значит, салончики тут у нас линолеум. Что тут у нас классно. По текстурочкам, да? Что за счет? По функционалу так есть тут что-то у нас? Что-то открыть, закрыть? Что, походу, нету? Наверное. Я не могу врубиться как тут. А, ну давайте, знаете, что сделаем? Ночь. Где ночь у нас? Так. Приборы посмотрим. Подсветочку. Ага. Все светится, все нормально. Подсветка есть. Лампочки, кстати, в салоне, да, все это у нас работает. Дудка дудит. Ну, камера, мне кажется, немножко. Вот как-то надо что-то камеру, наверное, поближе, может быть, да, чтобы вот этих плечей видно не было. Я думаю, Ромка все сейчас обзор посмотрит, подправит что-то там, да, мигалка у нас работает. Свет у нас все отлично работает.
Так, давайте делаем. Мы делаем день. Так, ну и проходимость, я думаю, наверное, да. Наверное, все-таки надо идти на полигон. На полигон. Так, сейчас мы как вернуться в меню. Сейчас на полигоне мы посмотрим погрузку данного мода. Так, моды. Есть. Выбрать 20-летний полигончик. И заодно тут покатаемся, посмотрим по грузам. По. Ага, так, автомобиль у нас тут. Так, создать. Этот мы удаляем. Где-то он у нас тут должен быть. Вот он. Вставляем, садимся. Так. Так, это боковины, да? Вот они, боковины. Борт, так, боковины. Давайте ставим боковины, ставим борт. Сейчас мы его посмотрим. Ага. Так вот. Машина. Так, значит. Опа. Не пойму, почему. Смотрите. Так, груза. С грузами какая-то борода, Ромка. Посмотри. Грузами что-то бородище. По погрузке. Ну, это точки. В этом не прописан, неправильно как бы отмечено, да? Грузится только у нас дрова тут грузится. Вот. Так. Так. Оу, ёп. Сельмоксельно. Странно. Немножко полетали. Полетали немножечко. Бывает. Кстати, я не обращал внимания. Может быть, и с дефолтными машинами такая хрень бывает, нет? Так, ладно, давайте. Да, груза. Так, этот мы не можем, мало места. Дрова. Все остальное нам не подходит. Бочки, ну вот бочки подходят, да. Контейнер тоже не идет. Плиты не идут. Цемент. Так, Ромка, посмотри, подправь все это дело. Уже обзор, естественно, я переписывать не буду, потому что. Но я думаю, Роман все подправит. Обычно парни всегда все. Все недочеты исправляют. Так, ладно. Давайте дальше пошли. С дровами все понятно. Так, борт мы снимаем. Цистерна. Ну, с цистерной все понятно. Канистры. Так, ставим канистры. Кунг, я тоже понимаю, нам не грузится ничего, да? Так, ремонт. Есть, конечно, небольшой тут косячок, да, но это все надо подправить погрузку. Так, пункт понятно, мигалку ставим, платформа, седло. Так, тент, давайте тентовый поставим. Тоже ничего здесь не грузится, просто он с ремонтом получается. Тент снимаем. Кислородник. Тоже ничего не делает он. Убираем запаски. Запаски ставим. Так, а это уже все пошло по дефолту. Значит, точка зацепа у нас есть. Прицепы он. Прицепы он таскает, значит. Дефолтные. Так,
Вот у него есть свой трейлер-трубовоз, да? Это дефолт, я так понимаю. Так, есть роспуск. Ну, кунка это тоже дефолт. Дефолт. Это свой. Это свой. Так, ладно, давайте ставим тогда седло вот это. И посмотрим, что тут у нас к этому седлу можно присандалить. Так, вот такой вот тут у нас получается топливник, да? Классно выглядит, зараза, да? Обалденно. Так, фонари. Кто там у него работает? Так, давайте дальше. Это значит с одним седлом у нас, да? Так, седло. Снимаем, ставим второе седло. Смотрим, что у него тут ставится. Значит, так вот, трейлер-трубовоз. Так, управление грузом. Давайте. Ага. Опять тут с пропиской что-то непонятное, потому что груз, видите, снизу. Так, бревна. Еще, ну, трубы. Короче, Ромка, надо править тут все. По прописке смотреть по грузам. То есть надо смотреть по грузам. Даже дрова туда, смотрите, можно закинуть, да? Блин, я просто боюсь. Ну-ка. Ага, все понятно. Удалить груз. Так. Давайте трубу посмотрим, где они были. Свои, вот это свой аддончик. Функция распаковать. Странно. Ничего не распаковывается. Удалить. Так, ну и все тут получается, да? Сюда только свои трубы. Так, ставим гараж, снимаем этот прицеп. Надо править, конечно, еще, парни, именно вот по погрузке. Так, есть роспуск. Ага, роспуск, надо платформу. Так, понял. Так, и все. Так, значит, седло мы снимаем, ищем платформу. Так, с платформой у нас ставится роспуск. Роспуск. Управление грузом. Угу. Да, парни, надо по прописочке тут еще, конечно, поработать. Оба, это что за... Что за елки-палки? Так. Выключить маячки. Ух ты, можно маячок выключить, включить, смотрите. Ни хрена, не знал. И роспуск, смотрите, что-то с роспуском тут. Тоже непонятные штуки получаются. Оп, стоп, твою ж дивизию, да, вылупились. То есть функции разложить роспуск тут как-то вроде как нет, да? О, автоматически все это делается, но... Конечно, этот SnowRunner, вот если честно, парни, сказать, вот тут вот столько шляпы. Вот могли бы вот всю бы вот эту графику применить на MoonRunner, да, как-то сделать все, весь вот этот функционал. Нахера вот, вот делать вот это? Во-первых, продали игру, да, за такие бабосы. Ни хрена не доделанную. Это уже вот тут вот, прям говорю вот от всего сердца просто. Ни слов, ни букв не хватает, что вот желание даже там что-то там стримить, там, да, ее вообще никакого, по сути говоря. Вот, дрова есть. Тоже что-то тут. А, ну кривовато стоит роспуск, вот все понял. Ни хрена себе. Вот так переводить можно трубы.
То есть как бы игру продали, ни хрена не доделанную. Сейчас идет какое-то сраное тестирование непонятное, да? И столько вот нахреначили, что вот прям ни слов, ни букв не хватает. Одни маты с этой игрой получаются. Ну давайте мы сейчас загрузим все-таки дрова, я думаю, да? Все равно мы это сделаем. Ну, парни, короче, Ромка, Серега, смотрите по погрузке. По машине, по самой, значит, ну, самое такое, это вот, ну, то, что стрелки через этот проходят. Ну, не знаю, может быть, кто-то из ребят подскажет, в чем проблема, как бы, да, смотрите. Значит, зеркало из салона, причем снаружи оно нормально, ребят, работает. Снаружи вот все охрененно, видите? Там отражение, все классно. Из салона проблема с зеркалом. Значит, да и все, наверное, по машине. Это что тут? Ну, больше ничего тут. Все. А, ну вот посадка водителя еще что, да? Вот когда начинаешь ехать, вот эти вот плечи, руки как-то надо немножко камеру, наверное, вперед двинуть, я думаю. Вот. Тут-то, в принципе, как бы все. По поводу самой модельки, текстуры, как бы это, ну, это все, ребята, надо смотреть. Ну, только зеркало со стрелками, как бы, вот, косячок. Посадку это можно все мгновенно тут сделать, недолго, как бы это говорится, да? Сейчас мы загрузим дровами и поедем. Ну и в основном это погрузка, вот. Это тоже все, это все прописка, ребята, это все. Надо просто загнать машину на полигон, да, ну, тут и с загрузкой молота тут постоянный геморрой, как бы, не то, что его сделать, так еще и загрузить, там тоже это, конечно, там борода бородущая, да. Давайте мы его починим, где он, починим, да, и дрова, нам надо дрова. Опять криво стоит, во. Давайте грузим дрова. Все, поехали. Стой, 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 братан, стой. Так, я все уложу. Так, вот это мы закрываем. Коробочка, значит, коробочка. Только так. Понижаечек нету. Ну, было бы, если понижаечка, было бы, конечно, получше. По грязи где-нибудь там ползти бы самое то, да? Гудок есть. Гудок есть, все классно. Так. Да, немножко надо его, парни, поддопилить. Я думал, Ромка маленько его там с Серегой подправит. Я писал, что про стрелки, да про этот. Ну что-то еще пока видно. У парней тоже там проблем своих хватает, помимо модов, знаете, там. Поэтому, ну, поперли, да, мы прям по жестяку пойдем. Чувствую, сейчас его утоплю. Да нет, слушайте, нормально. Многие машины вообще просто переехать не могут. Вообще у него, смотрите, прошел спокойненько. Где же камеры-то меняются, я ж не помню, правда. Как на прицеп перескочить? А, во, все, все нормас. Не играю, потому что, ребята, потому что игра ни хрена не доделанная. Вот как вот тут можно играть, да? Я про то, чтобы там грузить моды, вот эту шляпу, которую там народ делает, да? Из дефолтной техники там ставят вот эти вот. Падай лески, колеса, вот эту шнягу шняжную, как бы, да? Это вообще борода бородовая. Ну, вот, конечно, стрелки, да, это вот, ну, неприятненько, да? Вот. Владимир Высокий вот ребятам помогал, да, его как-то тут запихнуть в игру тоже. Владимиру спасибо.
Ну, в основном, тут я говорю, вот стрелки, зеркало из салона, это самое такое, да? Посадка водителя, это вот по машине, да? В принципе, это ерунда. Ну и прописка по погрузке, по аддонам. Так все вообще, все классно. Я думаю, парни обзор посмотрят, да, и подправят все это дело. Потому что, ну, обычно после обзоров всегда, ребята, все, то, что я где-то на обзоре там, да, замечал, все это по-быстренькому правили, делали, и все было хорошо. Ну, проходимость у него, да, огонь, блин. Так, ну-ка, давайте понижаечку. О, там-то вообще, блин, огонь, огонь, ну, надо вылезти как-то отсюда, чувствую, я его сейчас засадил, походу. Проходимость огонь, но... Ну, походу, все. Будем пытаться выбраться, я не знаю, или... Или давайте еще просто создадим один... Один яз, и вытащим этого яза. Вот и все. Так, ставим его, да? Ах, ах. Сразу давайте подкнем на него. Канистры. Пока винт даже не будем ставить. И галку. И это все мы закрываем, да? Все. А, ну анимация вентилятора, вот я вижу, ребята, есть. Тут с анимациями, да, и с анимациями тут как-то вообще все туго, как бы вот Ромка писал, что вообще борода бородовая. То есть очень сложно тут все делать. Это понятное дело. Моды-то, конечно, вообще шоколадные, блин, модели, это все. По поводу приобретения еще, ребята, еще раз повторяю, это приватный мод, да. Парни, все, я надеюсь, все подправят, все сделают по красоте. Так. Вот, ну давайте вытащим его. Думаю, он уже тут сам, наверное, пойдет, да? Так, пересесть. Ну да, все. Все отлично, поехал вроде. Сейчас мы бах его дровами-то. Блин, звук классный. Зачет аппарат, конечно, вообще прям бомба. Так, ну тут я не знаю смысл ехать в горку, не ехать, да. Поедем, объедем. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Да игра, конечно, ребята, ну вот все новые игры у меня вот тащат практически даже 4К в ультрах, там, ну, на высоких, да. А, блин, вот эта игра, вообще оптимизации по графике никакущей, там, все у всех троит, пердит, чихает, и именно игра сама, да. А тем более вот, вот людям делать, да, как вот моды, там, у многих там компьютеры просто ее не вывозят нахрен. Ну да, ребята, в принципе, все, я думаю, подправят. Я думаю, Серега посмотрит с Ромкой, да. В принципе, никогда проблем не было, да. Если где-то на стриме, там, на обзоре что-то находилось, все это, ребята, потом правили, все, все работало, все нормально. Поэтому, ну, повторно я уже не буду ничего, никакой обзор писать. Просто я думаю, что, возможно,
когда Спинтайрос, ой, Спинтайрос, но Раннер маленько подправят. Я думаю, что просто я буду проходить на этих машинах как бы саму игру. И все, и это все можно будет там, ребята, увидеть. Без проблем. Так, давайте понижаечку. Ну, парни подправят, и все будет тип-топ. Вот это мод. Не то, что, и вот еще раз повторяю, да, не то, что вот какое-то там говнище, вот это дефолтное, там, подвеску подняли, колеса здоровые поставили на дефолте. И называют это модом. Вот, вот, ребята, где мод. Вот, вот за что надо. Вроде же там какой-то идет розыгрыш, да, от этого, от разработчиков этих. Как их сказать бы нехорошим словом-то, чтобы не обидеть. Вот. Они ж платят там мододелом. Так за что платят-то? За вот это дефолтное говнище, которое там делают. Вот если честно. Это вообще, конечно, смех. Просто смех. Так, а как мне пересесть на вот этот ЯС? Давайте поедем мы на помощь. Опс, где, стоп, где тут у него горный передний привод? Подключили мы. Все, погнали вытаскивать лесовоза. Так, надо вот эту штуку нам убрать. Сейчас мы, оп. Все, отличненько. Поехали. Заодно посмотрим все-таки эту гору, что тут у нас. Я по ней так, по-моему, и не ездил ни хрена. Или это гора с трамплином, по-моему, там в конце, да? Возможно, что оно. Ручничок, все работает. Да? Можно смело. Ох, ни хрена, там колесо куда-то улетело. А, нет, это просто горка. Понял. Ступа работает, все классно. Ну, по прописке посмотреть. Ну и вот и зеркало, стрелки, посадку водителя. А так все шикардосно, парни. Ой, что-то я тут. Ой-ой-ой. А так, мод шикарный. Так, давайте понижаечку сразу. Проходимость, в принципе, у него добротная прям. Поэтому, если парни все подправят, а я думаю, что они все подправят, обычно всегда так и делают. Так, слушай, я тут сейчас и не объеду, наверное, ни хрена свалюсь. Ладно, поехали. Если что, создадим новую тачку. Давай, давай. Держись, братан. Помощь едет. Сейчас мы, ребята, его вытащим. Вспомнить, блин, какая кнопка еще отвечает за этот. А, о, все нормально. Хопа. Америка, Европа и японский городовой. А так я говорю, вот балдежный. Маленечко тут его подправить, но думаю, парни все сделают. Ссылка, ребят, на автора будет в описании под видосом. Мод приватный, то есть платный. Кому интересно, пишите, проходите по ссылке, обращайтесь к ребятам, и есть возможность и желание купить, приобретайте. Я думаю, парни подправят игру саму, тоже разработчики подправят. Я думаю, что я буду кататься на этих модах, проходить игру, потому что, ну, на дефолте, ну, неинтересно. Сами дефолт, вот видели, сейчас вышло дополнение, как это, Ковдозера, да? Ну, это у нас тут Кольский полуостров. Ездил я тут недавно в Петрозаводск тоже по работе, поэтому забыл просто как название, так бы тормознулся, щелкнул обязательно, заснял бы небольшой видосик. Вот. Давайте поехали. Понижаечку. Поможем перевести лес через реку. Вот. Шишигу там сделали дополнение, да? Блин, я посмотрел на эту шишигу, ребята. Господи, она страшная, как я не знаю.
Это даже не шишига, это говношига какая-то там. Просто вот реально. Разработчики, вот вам надо в ладоши, знаете, что сделать? Я бы сказал, ну, все-таки детишки смотрят, потом будут плохие вещи говорить, да? Вот. А так, конечно, бомбический просто аппарат. Выглядит вообще шикарно, слушайте. Ну, оттормознулся, скрин потом сделать. Сейчас на превьюшечку, сейчас, ребята, давайте как-то. Я вот как-то вот так вот сейчас встану здесь. Бляха-муха, япона мама. Ладно, чего уж. Как-то надо. А, ну тут же есть свободная эта камера. Ну тоже хрен знает, как она тут работает. Свободная камера, конечно. Давайте как-то попробуем съехать, что ли, сюда. Понижай-ка. Даже не знаю, как тут получше. Без хрена встать-то. Давайте попробуем найти тут долбанную свободную камеру. Все-таки. Так, тра-ля-ля, свободная камера. Так, вот она есть. И. Ага. Господи, какая она страшная, эта свободная камера. В ладоши будем наложить бы пирожков-то. То есть она, мышка, ни хера не это. Ни хрена не работает, да? Трындец, вот-вот. Ни слов, ни букв, ребята, если честно, не хватает вот с этими разработчиками. Черт их подери. Ага. Вверх, вниз. Элементарно. Черт знает, что им. Как-то вот так. Давайте вот на этом обзорчик закончим. Я думаю, парни все сейчас обзор посмотрят, все это подправят. Естественно, если все это будет сделано, я, ребята, буду все равно SnowRunner буду проходить, но буду проходить на модах. Поэтому все это можете потом лицезреть на моем канале, на одном там или на другом посмотрите, кому как. Ссылочка на группу есть, в группе есть ссылки на каналы. Также под видосом есть ссылки на мои каналы, там, на другие, на какие-то, да. Вот. И все. С вами был, как всегда, драйвер 51 Рус. Пишите ребятам. Ссылка на Романа будет в описании под видео. Там, если что, Роман даст ссылку на Серегу. Или можете зайти, например, ко мне в друзья и найти Серегу, там, да, найти Рому. Это все ВКонтакте. И написать. Мод приватный, еще раз повторяю. Модель классная, текстуры классные. Есть небольшие недочеты. По машине, еще раз повторю. Стрелки видно. Посадка водителя и зеркало из салона. Снаружи нормально зеркало работает. Да, по машине. Ну и прописка по аддонам, как бы. По погрузке там, по всей этой бороде. Это все легко подправить. В принципе, я думаю, парни займутся. И просто сейчас тоже люди немножко заняты. Своих там проблем хватает. У Ромки там какое-то наводнение там сумасшедшее. У Сереги там, не знаю, как бы меньше общаюсь, да. Вот. Поэтому пишите, ребята, Роману. Ссылка в описании под видео. Всем удачки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока. С вами был, как всегда, драйвер 51 Рус. Всем здоровья, счастья, мира. Удачи.